Всем доброе утро, мои хорошие. Я продолжаю болеть. Давай, На давай. Фоне у меня идет черная любовь. Сейчас давай. Решила приготовить обед. Так, поживаете. Новенькое блюдо. Смотрите, сейчас покажу вам. Вот такое вот фондю менталь, швейцарское блюдо с сыром. Короче, не брала еще. Ой, вообще в микроволновке 10-12 минут. Сейчас посмотрим, что там внутри. Мешает мне это на фоне музыка это. Так, смотрите, можно это сделать в сковороде, как обычно я делаю вот такие заморозочки. А можно это делать в микроволновке. В микроволновке, кстати, ни разу не готовила. Но тут тоже 6-7 минут, потом перемешать. Это еще надо блюдо найти, посуду с закрытой крышкой, короче. Сейчас я подумаю, в чем лучше приготовить. Вот мне интересно, что тут в составе у нас. А, макароны, приготовленные, мука, вода, шампиньоны, цыпленок. Так, все, из мяса получается цыпленок только. Похоже, кстати, на лосось, я думала. Ну ладно, цыпленок, макароны, сыр, грибочки. Попробуем. Вот так вот выглядит это дело. Сыр очень вкусный, мне кажется. Прям 4 сыра с плесенью. Прям запах такой, как я люблю. Я, кстати, сейчас на самом деле лежала и такая думаю, блин, что бы поесть? Вот прям, что бы мне хотелось? И прям, не знаю, то не кайф, то не кайф. Я, кстати, еще картошечку белорусскую привезла. Чуть-чуть осталось там. И думаю, надо все-таки не оставлять белорусскую картошку. И вот тоже жду момента, когда хочу пожарить ее все-таки, потому что я так или иначе не поела нормальной жареной картошки белорусской. Везде она какая-то то вареная, то пюре, то еще что-то. Дома хочу пожарить на свой лад, только вот картошку другую используя. Вот. Вообще я с удовольствием ездила в Беларусь специально закупаться продуктами. Курочка, чтобы была ихняя, яички, какие-то молочки, картошка, конечно же, и колбаска, естественно. Так, ну вот, смотрите, что получилось. Соленоватое блюдо. Солонковатое. Вспоминаем нашу Кристюшу, да? Блюдо, но очень вкусное. Не знаю, как сделать так, чтобы меньше соли было, потому что я люблю меньше соли. Может быть, помидорчики, огурчики. А у меня даже нету. О, мама сейчас должна приехать, кстати. Надо ей сказать, помидорчики, огурчики еще взять. Анна, нет, помидорчики, огурчики есть. Хорошо. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Сейчас буду пробовать. Чувствую, пить потом захочу. Сейчас смотрю этот же сериал, это «Черная любовь», и хочется поделиться. У меня сейчас 24-я серия. Короче, вот 24-я серия, меня всю дорогу бесят родители Кемаля. Бесят меня. И мамка бесит, но она еще более терпимая, но все равно, когда они начинают там дочку ругать, то нельзя, это нельзя. Даня! Ну-ка, слезь со стола, бегу. Со стола слезь. Нет. Вот, короче, когда они там дочки запреты всякие ставят, думаю, ну трэш вообще в такой семье родиться и жить с такими запретами. Взрослых пацанов, двух реальных, блин, этого Турека или Тарека как-то, и Кемаля, два взрослых мужика, блин. Они их как с маленькими воспитывают, такие взгляды. Это правда, Камиль? Ой, меня прям ржать распирает вообще. Это один момент. Короче, вот эта семья меня прям бесит всю дорогу. И сейчас просто момент такой, там человек потерял, короче, имущество какое-то, ну, видимо, заработок его. Ну, короче, там сгорело у него кое-что. Я просто не краду впечатления для тех, кто будет еще смотреть сериал это, да. Ну, короче, просто потерял там, сгорело имущество. Мужик. Просто такие слезы. Такой кадр просто, как будто он потерял, я не знаю. Я просто представляю, что вот я представляю, допустим, там вот... Ну, я просто представляю. Я не могу представить, что такая истерика. Ну да, ну а еще ладно девушка, если бы, да, там она переживает, она там... А мужик... Все, стой. Расстроился, нахмурил брови. Но стоишь и думаешь, что делать дальше. Как дальше жить, как из этого выкручиваться, как так получилось, что это все там сгорело, да? Кто к этому причастен? А не плакать, реветь, его там держат, он плачет, у него такие слезы крокодили, как будто он потерял что-то родного человека какого-то. Короче, ржу.
Кто к нам пришел, Дэня? Я в маске, я в маске. В маске специально. Все, принесла тебе, ты же просила. Спасибо. Это все тебе. Ой, как тяжело. Тяжело, заказы проверила, все. Спасибо, дорогая моя. Как ты себя чувствуешь? Вот я пока нормально, но я же сижу, носа не выказываю из дома. Правильно. Меньше привет. Общаюсь с кем-нибудь. А поцелуй... А, ну да никуда не целуется. А бабушка? Ну бабушка сейчас не целуется, потому что боится. Мы за ручку с тобой поздоровкаемся. Привет, мой дорогой. А бабушка не пришла? Бабушка пришла, да. Я хочу уйти. Иди. Ты мне винегрет принесла? Да, там винегрет. И лекарства. И боржоми. И боржоми. Спасибо, дорогая. Да. Но Рафина нигде нету. Да, серьезно. Короче, ты до сих пор меня снимаешь? Да. Короче, пошла я, на связи. Все, пока. На связи, поболтаем, если что, на расстоянии. Выздоравливай. Хорошо. Все. Бабушки, пока-пока, говори. Пока-пока, Денечка, мы с тобой увидимся потом. Ты же со мной соскучился, зайка. Тебе поговорить со бабушкой. Ты не поймешь, почему она так быстро туда-сюда, да? Я спешу, Денечка, мне надо. Говори, бабушки, пока-пока. У меня там видео качается, мне надо его монтировать. Всё, скажи, приезжай еще, бабушка. Приезжай. Хорошо, мы, если что, можем по связи, по видеосвязи поболтать. Ну все, давай. Все, ладно, увидимся, кружки. Давай, спасибо. Не болейте. Ага, спасибо. Всё, пока. Давай. Ну, бабушка, еще там же вещи я еще какие-то заказала, да, там скидки давай. Были. Потом это распечатаю все. Ну что, мои хорошие, 31-я серия у меня впереди. «Чёрная любви». И я такая думаю, я же думаю, о, наверное, развязочка, скоро конец. И вдруг решила посмотреть, сколько всего серий. Я чуть сейчас не обалдела. 244 серии. 244-я последняя. Вы представляете, сколько нужно времени все это пересмотреть? А я еще у Бородиной видела, что она вообще тащится по этим турецким сериалам. И у нее недавний пост был, там несколько, ну, список прям целых этих турецких сериалов. Я так понимаю, что они все примерно такие. Она вообще работает. Мне кажется, вот это вот прям, знаете, как научилась смотреть сериалы, так и начинаешь смотреть, и вот только можно посмотреть 10 сериалов. Блин, офигеть, когда она успевает их смотреть? Жестко. Короче, целый день я сегодня смотрела. Получается, вот с 17 серии до 30 я посмотрела. Да, 13 серий сегодня глянула. Ну вот завтра еще 13. Короче, мы идем спать. А, по самочувствию, кстати, чувствую себя нормально. Температуры нет, голова не болит. Ну, особой слабости тоже нет. Но меня жутко раздражает кашель. Просто сухой. Не отхаркивается, постоянно першит в голове. Меня это уже бесит, у меня даже из-за этого уже горло дерет. Вот, ну, не знаю, я выпила сейчас сироп, но выпила полдозы, думаю, не хочу я сироп пить. И поэтовала боржоми опять, но боржоми вроде, мне кажется, сейчас не помогает. Короче, я, наверное, это, надо будет чем-нибудь, что-то, короче, от кашля надо мне. Завтра по ингаляцию сделаю. Амбробена раствор есть. Вот я сделаю, наверное, этот физраствор и амбробена напополам. Вот, по-моему, от него откашливаться я начинала. Но это уже завтра, на ночь не буду. Все, спать. Всем доброе утро, мои хорошие. Я вам, кстати, вчера не сказала отзыв о этом блюде, которое я приготовила. Я не помню. Оно просто бомбезное. Бомбезное. Я буду его брать чаще. Просто крутое. И вот мне одной... На 3 раза его. Вот сейчас я ем. Я думаю, еще ближе к вечеру его поем. Очень вкусно. Эти 4 сыра волшебные. Сегодня уже начала нормально, ну, дышать этим. Ингаляцию делать, потому что вчера меня замучил этот кашель в итоге. Утром сегодня, вон, видите, у меня стоит там все. Ну, делаю 1 миллиграмм амбробена и физраствора. Сегодня уже поделала, сейчас покушаю, еще подышу. Время, кстати, уже 3:30. Время летит очень быстро в болезни. Да, странно. Вот. Что-то еще хотела вам сказать. А, сейчас экзамен, блин, сдала. Модуль 2 у нас заканчивается. А, да, месяц уже прошел. Я в шоке. У нас был модуль про отношения. Я же отстала там очень сильно, потому что я была в поездке в январе.
Сейчас вернулась, вы представляете, сколько в день я лекций смотрю, благо они там были какие-то короткие, какие-то длинные, выходные плюс. Короче, я сегодня все уже наверстала, все лекции посмотрела, сдавала экзамен. И так было сложно мне его сдавать. Там еще есть, конечно, вопросики такие, мне кажется, с подковыркой, блин. Ну, в общем, сдала. В общем, какие-то вопросы я от того, что болею, я просто их неправильно читала. То есть я читаю по одному, отвечаю соответственно, а потом на третий раз догоняю, что а это вопрос по-другому, короче, звучит. В общем, сдала, и вот что я заметила, что пока я сидела и думала над этими вопросами, там было 15 вопросов, вот, и, ну, я как бы нормальное количество баллов набрала для того, чтобы вообще отправить, потому что если ты его не набираешь, нужное количество баллов, то ты и отправить вообще даже на проверку его не можешь. Вот, короче, я сидела, и пока я сидела, его делала, я чувствую, у меня уже и горло болит, и кашель меня замучил, у меня такое состояние, думаю, все, не могу, хочу лежать. Ну, поняли такое? Я типа болею, болею. И стоило мне, вот где я уже нашла свои ошибки, стоило мне все сдать, я балл этот набрала, отправляю, и у меня такая радость внутри. Все, меня перестало все беспокоить, я такая встала, аппетит появился кушать, думаю, боже мой, представляете, как вот эти даже мелочи какие-то влияют на наше состояние. То есть я сижу, у меня не получается, я там раз сделала, два сделала, у меня все горит красным, говорит мне, неправильно вы ответили, и я уже бешусь, понимаете, я уже думаю, все, я сейчас это оставлю, пойду смотреть сериал, я болею. Ну, то есть сама себе говорю, я болею. И все начинает болеть, понимаете, чтобы не сдавать этот экзамен. Вот. Но в итоге я как бы, я просто человек дотошный. И иногда я думаю, да что ж такое? Да что ж, я все правильно отвечаю. И начинаю докапываться. И в итоге сдала, и все прошло. Представляете, я сразу выздоровела. Ну, не сразу, конечно, но настроение и совсем другое ощущение. Так вот экзамены на нас влияют. Ну, а теперь посмотрим, что я там себе заказала в кафе. Вообще, я главным образом все десерты заказала. Вот это, например, типа Бонифит. Ну, называется Бонифит. Так же, как вот мой любимый десертик из Три Орешка. Прям чем-то похож. Но вот я сейчас смотрю, что он не похож. Он другой, но я хочу его попробовать. Вот этот грушевый рулет какой-то интересный. А вот... А, я еще десерты заказала, но потом передумала и решила взять котлетки с пюрешкой. Почему здесь две? Здесь легкое что-то. А, здесь салатик, вот, а здесь картофель с индейкой, котлетками с индейкой. Ёшкин кот, где мои слова все, как всегда. Короче, это я в холодильник положу, потому что я уже наелась-поела, а вот десертик очень хочу. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня у нас понедельник. Я проснулась. Ой, чувствую себя хорошо. Легли мы вчера с Денчиком в 10 часов где-то вечера. Ни температуры, ничего, все у меня нормально. Кашель. Вообще, я сегодня поняла, я пошла сегодня Деньку отводить в сад и захожу в аптеку. И говорю, есть ли у вас там АЦЦ? Думаю, надо взять, что у меня не откашливается. Та-та. И тут меня осеняет, говорю... А что еще может быть причиной кашля? Потому что я чувствую, что у меня в бронхах все хорошо. То есть я дышу, у меня нет никакой там особой какой-то тяжести или хрипоты, или там, ну, какого-то трудного дыхания. У меня вот я начинаю разговаривать, да, и вот на выдохе как-то у меня начинает першить горло. Я начинаю, естественно, кашлять, ну, как бы кашля-то нету, да, и получается, ты как бы дерешь горло свое, то ли что, хрип вот этот непонятный. Короче, она говорит, может быть, у вас от горла это, ну, то есть, знаете, бывает, горло болит, как ларингитный кашель или что-то такое. Может быть, вам постилки, типа, рассасывающие? Я говорю, да у меня есть постилки, вот у меня доктор Мом от кашля. Ну, я одну как-то выпила, смотрю, там особо не помогает, все равно першит там, да? Вот, я говорю, получается, либо от ларингита постилки, либо там серьезно, если что-то, то это вот от, ну, АЦЦ, от бронхи. Она такая, ну да, ну я взяла АЦЦ, они 112 рублей стоят, там 20 пакетиков. Вот, но меня уже вчера не так беспокоил кашель, как позавчера, да, сегодня вот я встала.
вообще как бы особо не беспокоит. Ну да, есть, прослеживается все. Но мне кажется, это как в прошлый раз у меня, помните, два месяца кашель был. Два раза уже такое было, это уже третье. Короче, я проснулась, что-то у меня немножко поясничка как будто подбаливает. Ну, я так странно сплю все время, как кошка, блин, развернусь, завернусь, потом утром встаю, такая думаю, боже, что за поза, в которой я спала. Короче, дел на сегодня, на самом деле, много, но я аккуратно стараюсь делать дела, потому что как только я думаю, вот это надо сделать, вот это, у меня уже начинается мандраж какой-то внутренний. Не-не-не-не-не. Сейчас я сделаю кофе, попью кофе. Я планирую чуть-чуть прибраться в доме для начала. Разобрать елку. Разобрать вот этот вот трэш весь на столе. У меня там и сладости, и чай, и Денькины игрушки. Ну, это вот там я в уголочке лежала, смотрела сериал, и вот наставили там кучу всего. Мне бы хотелось покраситься сегодня. Вот, окрашивание хочу сделать там одно. Ну, корни покрасить, а по длине затонировать там маской, которую я покупала в Беларуси, в фикс-прайсе. Вот, так что это на этом канале будет видео. Что еще хочется сделать? Хочется в Фаберлик еще заехать сегодня отдать. Мне сказали, сегодня надо, потому что я все просрочила. Ну, бракованные вещи, короче, которые там были. И Денькины сандалики надо бы отдать в мастерскую. Надо ее найти еще, мастерскую какую-нибудь рядом тут. Вот. Снять видео бы надо бы. Прям надо хотя бы одно видео снять. Короче, первым делом надо сделать кофе. Не крепкий. Потому что я кофе сейчас вообще перестала пить утром. Так, чисто. Ради молока. Чуть-чуть пью. Вот. Ну, короче. На улице такая слякоть вообще. Я понимаю, что... часть вообще настроения это из-за, даже не часть, а большая часть настроения это из-за погоды. Просто слякоть, дождь. Мы еще вышли на улицу, когда было темно, так знаете, только-только светало. Трэш, такой депресняк налетает сразу. Я думаю, вот бы сейчас солнышко было, все совсем по-другому было бы. Поэтому нам надо переждать эту погоду с вами. Все будет хорошо, если у кого-то настроение тоже такое с погодой связанное. Так что все, делаю кофе, потихонечку прибираюсь. Ну и вот я как чувствовала. Звонит мне воспитательница, сейчас я говорю, что это Денечка какой-то вяленький, как он себя там на выходных чувствовал. Я говорю, хорошо себя чувствовал на выходных, прыгал, скакал, бегал. Даже я себя неплохо чувствовала на выходных, просто из-за этого кашля. Вот я разговариваю и кашель, это меня напрягает, прям бесит. Из-за этого какая-то такая слабость, знаете, хочется лежать, потому что тебя раздражает. А в целом ни температуры не было, ни насморка, ничего, как бы, ну и Денька бегал. Не знаю, говорит, померила температура 36,8, говорит, ну буду наблюдать. Я говорю, ну, понаблюдайте. Какой-то, говорит, вяленький. Да, мне тоже не нравится. В выходные он дома был, получается. Я ничего не делала. С ним вообще очень сложно мне что-либо делать. У меня нервяк начинается. Нет, точнее, возможно с ним все делать, но просто все равно я... У меня повышенное внимание все-таки идет на ребенка, нежели сосредоточенность на делах. И я начинаю концентрироваться на делах и понимаю, что, блин, меня эти дела раздражают, потому что мне нужно то накормить, то он что-то разбрасывает, то он куда-то побежал, то ему надо что-то помочь, то-то-то-то-то. Короче, ну, внимание ребенок забирает на себя, поэтому дела какие-то делать очень сложно. Ладно, попытаюсь сейчас хотя бы прибрать, блин, пока его нет. Как я рада, что я сильно елку не украшала. И что я ее сейчас, я думаю, легко разберу. Мишура вот так вот отдельненько, наверное. Напишите, кто уже разобрал елку, а кто еще не разобрал. И у кого не хватает просто желания, сил. Я же прям жду не дождусь, когда она исчезнет. Шариков немножко повесила.
Все. Свобода. На самом деле я подготовила сейчас местечко, собираюсь сделать декор здесь. Сейчас я вытру стол, покажу вам, что планируется. Но не сегодня, это будет отдельное видео, прям декор вот от столешницы. Сейчас покажу со стороны пальчиком. Вот на втором канале будет мини-распаковка Shein. Не знаю, когда она будет. Не сегодня, наверное. Ну, короче, на днях будет распаковка. И там я буду показывать декор. Такие купила пластины на Shein. Они 5 сантиметров шириной. Они, ну, да, 5 сантиметров шириной такие вот. И, в общем, я их много взяла там пачек. Короче, вот такие хочу полоски черные сделать. Вот так доверху. Вот. 5 вот таких полосок широких, и они прям будут идти от столешницы, и как бы продолжение столешницы, но черные полоски. Не знаю, что это будет. И еще там некоторый декор взяла, вот эти вот, о, забыла, кстати, снять звездочки, сейчас я вот эти сниму. Я вместо звездочек вот эту рамку уберу. Тоже я купила там наклейки такие круглые, вот я хочу их сюда сделать, такие, они абстрактные кругляшки, короче, увидите. Все, сняла эти звездочки. Поздравьте меня, я чувствую облегчение на самом деле, что все. Начался нормальный год. Так, надо еще свет включить батарейки на мою буковку S. Вот. Так, я немножко прибираю здесь потихонечку. Честно говоря, когда долго отдыхаешь, силы как-то иссякаются. Долго отдыхать вообще не люблю, потому что мне потом сложно восстанавливаться. Вот, так, елку, блин, убрала. С садика еще не звонили. Но мне почему-то кажется, что могут позвонить либо перед сном, либо после сна. Посмотрим. Надеюсь, что все будет хорошо. Он себя хорошо чувствовал. Вот, что я теперь хочу сделать? Вообще, я не завтракала еще более-менее. Вот кофе пью. И мне надо покраситься. Вот какое видео нужно первым делом прям. Надо покраситься. А если мне позвонят сейчас и скажут, забирайте Дэнни, а я с краской на голове. Надо подумать. Намазала волосики, сейчас я крашу новым способом. Решила покрасить корни и длину протонировать новиночкой одной из фикс-прайса. И хочу посмотреть, насколько сравняется все это дело. В общем, я кайфую вообще. У меня просто вот тут свободное пятно, и оно дает такую чистоту невозможно. Так, надо время посмотреть. Сейчас время 12:11, я позвонила в садик. Я говорю, ну как там, что? Она говорит, ну вяленький, температуры нет, говорит, но какое-то без настроения. Я говорю, ну может потому, что он выходные с мамочкой провел. И с садиком ему совершенно не хочется после 2 дней, потому что мы здесь с ним вообще прям душа в душу. Обнимашечки вместе, играем, что-то он там лазит, что-то... Короче, по кайфу, вот, и лежали все это время, такое хорошее время было, прям обнимашки-целовашки, поэтому, наверное, он и не хотел идти в садик, вот, а сейчас я засекаю время, я посмотрела, да, 12:12, ну, короче, в час будем смывать, я сейчас включу тогда сериал, еще пью кофе, еще кусочек, и сериал включу смотреть. 40 серий посмотрела. Кошмар, короче. Это «Черная любовь», это я не знаю, девочки. Это очень много серий. Но я добью. А, надо позавтракать же. А позавтракать, смотрите. Буду доедать. Вот еще на порцию мне осталось. Вот это вот невероятная вкусняшка с 4 сыра, грибочки. Ну, вы уже знаете, в этом влоге я уже вот третий раз и ем. И мама, я вам показывала, нет, прислала мне. Прислала, ага. Принесла! Сама приехала, принесла винегретик. Вот тоже я сейчас все это уже доем, пора доесть. Решила показать вам эти декоративные штуки, которые буду делать. Вот они как выглядят, что за волосня тут прилипла. Короче, вот, у меня тут много пачек, вот. Вот. Это такие, ну, они как зеркальные, что ли, да, пластины. Я еще не открывала их, не смотрела. Вот видите, они какие широкие. Черные вот такие широкие. Здесь пленка снимается. И вот так вот, вот так вот красиво это все лепится. Надо еще стену помыть или покрасить, я не знаю, чтобы она, ну, красиво все смотрелось. Вот, а здесь вот такое еще есть. Это декор такой. Ну, короче, они тоже зеркальные, черные и серебристые. И я их хочу вот сюда повесить в таком хаотичном порядке. Короче, должно быть что-то красивенькое. Вот что нас ждет в ближайшее время.